Привет, друзья! Программа «Стиль жизни» вместе с вами в странах Балтии. Я Марк, Анатолий Эйм. Наступил новый модный сезон, и мы продолжаем наши увлекательные стильные путешествия. Как вы знаете, чем больше модных тенденций, тем лучше. Латвия, Рига, 38-й сезон Рига Fashion Week. Дизайнеры продемонстрируют свои новые коллекции. Мы разберемся в последних тенденциях, ну а также пообщаемся только со звездными гостями. Начинаем прямо сейчас! Восьмой модный сезон Рига Fashion Week в самом разгаре, новая локация, ну и, конечно, только наши любимые гости, настоящие модные эксперты и бестселлеры. Ольга Колотова, привет, здравствуй. Привет. Новое место, как тебе здесь находиться и какая атмосфера? Пока очень хорошая атмосфера. Я первый раз здесь. Я специально не ходила заранее смотреть, потому что я хотела получить вот спектр эмоций именно непосредственно в момент показов. Ну, посмотрим. Я надеюсь. А кого сегодня мы ждем? Будет очень много коллекций, даже гости из Эстонии. А особенно кого ты ожидаешь? Ты знаешь, я не могу никогда выделить каких-то особенных, потому что я люблю всех. Да, безусловно, Катя Лондон. Да. И, конечно, вот этот общий показ, где будут эстонцы, литовцы и наш бренд. Сейчас хочется спросить, вот как мода поменялась, например, 5-10 лет назад, и какая она сейчас? К чему мы пришли? Мы пришли отчасти к упрощению. Мы пришли к более свободному подходу. Да, мы наряжаемся, но мы это делаем легко. Мы это делаем играючи, да, мы никогда не будем слишком наряжены, это неправильно. Следите за модой, это просто интересно, это не обязательно. Надо помнить, что мода – это игра, не надо слишком серьезно к этому относиться. Просто получайте удовольствие от этого, вот и все. Общение с гостями здесь, на Riga Fashion Week, продолжается. Андрей Данило прямо из Эстонии рядом со мной. Привет. Привет. Ну, я тебя вижу здесь, на Riga Fashion Week, уже не первый раз. Какое ощущение, какая атмосфера, новая локация? Мне кажется, Riga Fashion Week – это всегда праздник. А сегодня такая прекрасная погода в Риге, что любая локация показалась бы замечательной. Ну, а здесь очень много света. Очень много весеннего настроения, действительно. То есть все, видно, что все готовы к красивому шоу. Пожелания на путь в Эстонии, в Латвию. Желаю вам, чтобы, несмотря на то, какая погода на улице, солнечная, как в Риге, или, может, не такая, если она в Таллине, все равно оставаться на позитиве и, главное, нравиться самому себе в любой одежде. Riga Fashion Week продолжается. Елена Грицук, привет, здравствуй! Ты мой любимый Марк! Муа. Здравствуй, здравствуй! Муа. И мы с тобой, как всегда, сегодня в унисон, черно-белые детки! Ох, как говорится, инь и янь соединились, так что берите с нас пример. А также берите пример с Рижской недели моды. Новый сезон, 38-й, новая локация, какая она? У всех настроение, просто огонь, пожар, светит солнце, новая локация. И всем любви, вот я всегда вот это вот делаю, любви и сексуальности. Будьте такими же радостными, веселыми. Ну и, конечно, для того, чтобы все мечты сбылись, мы с тобой поем нашу любимую песню Лаймы. Рандеву, сколько лет, сколько зим, рандеву. Мы еще повторим. Но, конечно, мы повторим не первый, не второй раз. Мы повторим Riga Fashion Week с нами на ТВ3.
Ига Fashion Week в самом разгаре. Алина Келлер рядом со мной. Привет, здравствуй. Привет. Только что мы увидели показ свадебных платьев от Катя. Катя. Да, мне понравились некоторые стилистические приемы у Кати именно в платьях. С аксессуарами и вообще и прическа. Мне кажется, что все уходит на минимализм, но на какие-то очень... Главные такие акценты, или цветок какой-то огромный, либо какие-то украшения яркие. Ну вот мне кажется, вот на этом сейчас будет делать акцент, не на самом платье, а вот именно на деталях. Ребят, я желаю быть собой, но следовать моде, потому что мода – это то, чем мы живем. И это золотые слова. А еще на самом деле больше модной информации, конечно, мы с вами можем найти где? В Lifestyle Baltic. Так что знакомьтесь. С нами двойник Жанны Дубски. Нет, на самом деле настоящий оригинал с нами. Привет, здравствуй. Это привет, это не я. Я с голым животом и в штанах никогда не бывала. Ну, никогда. Только что мы увидели показ Кати. Кати, вот как ты приложила на себя какой-нибудь комплект и платье? Нет, я все приложила на себя. Знаешь, в некоторые наряды я не влезла, да? Я прикладывала, но не влазила. А в некоторые влазила, да, а некоторые надо было чуть-чуть расставлять. В общем, я попримерила там, знаешь, уже виртуально себе много нарядов, уже представила себе и такой невестой, и сякой невестой. Но поскольку, знаешь, возраст, наверное, не позволит мне столько раз замуж выйти, но, по крайней мере, хотя бы один, два, а может быть, три раза я еще успею в Кате выйти. Но никогда не поздно найти себе не только шикарное свадебное платье, а главное – найти принца. Чтобы у нас в Эстонии и в Латвии был только мир, весна, любовь и никаких других вещей, проблем не было. И чтобы мы чувствовали себя немножечко невестами. Ну, пусть даже замужем, но все равно немножечко невестами. Ну, или пускай немножко женихами. Женихами. Каждому свое. Будьте с нами на ТВ3 плюс в Эстонии, в Латвии. Fashion Week 38 модный сезон. И только звезды меня окружают. Прекрасная Катя. Катя, привет, здравствуй. Привет, я так рада тебя видеть. А как я рад видеть, оказаться, как всегда, в эпицентре модных событий. Ну, да. Смотри, 38 модный сезон. И это коллекция свадебных платьев. Ну, понятно, что это о свадьбе, о хорошей атмосфере. А как, скажи мне, меняются модные платья? Например, 5 лет назад и сейчас. Есть ли какие-то тренды? Ну, знаешь, 5 лет назад это было такой рустик, бог шик, да, который уже, наверное, немножко нам поднадоел. И мне кажется, сейчас все идет к такому city wedding, более fashion vibe и более минималистичному, насколько я это могу сделать и вижу. И мне кажется, вообще основной тренд по настроению – это делать так, как ты хочешь, слушать себя и делать свадьбу для себя. Поэтому я думаю, что и платья более дерзкие такие. Модные пожелания – цвести. У нас весна, прекрасный сезон. Обновляемся вместе с природой и сияем. Fashion Week цветет и пахнет, как и наши прекрасные звездные гости. Ева Адамс, привет, здравствуй. Привет, дорогой. Сегодня первый день, и вот эта черно-белая гамма,
Я знала, что все готовятся к следующим дням, поэтому, наверное, я приняла стратегически правильное решение. Первый день, дизайнеры, кого ты уже увидела, кто запомнился и в предвкушении кого находишься? Для меня было большим открытием, что началось с показа подвенечных платьев. Я думаю, это очень красивое начало. Начало Fashion Week, который пройдет под знаком арт, потому что это все-таки самое важное искусство одежды для самого важного момента жизни. Но вот кожаный показ, который только что мы с тобой вместе посмотрели, просто украл мое сердце. Во-первых, потому что это настоящий материал, этот timeless стиль, секс, прилегающие силуэты и наглое выражение лица моделей, независимо ни от кого, мне очень понравилось. Дорогие друзья, оставайтесь с собой, что бы ни происходило на подиуме, только с собой. Как знают наши любимые телезрители, чем больше модных тенденций, тем лучше. Это далеко не все, что мы хотели вам показать. Прервемся на небольшую, но как всегда, стильную паузу. После этого модный калейдоскоп здесь на Riga Fashion Week продолжится. Оставайтесь с нами и не переключайте ТВ3+. Один великолепный показ здесь на Riga Fashion Week от дизайнера Анна Круз. Привет, здравствуй, hello. Здравствуйте, hello. Я рад тебя видеть. Расскажи мне, какая на Riga Fashion Week и сколько времени пошло на подготовку этого замечательного показа? Лекции мы готовим там примерно 3-4 месяца. Готовимся, потом уже вместе там всякие стилисты работаем примерно 1,5 месяца. Соберем модель, там примерки сделаем, скажем, 1,5 недели. И кожа, у нас все в коллекции только из натуральной кожи, да. Все аксессуары, сапоги, там юбки, куртки только из кожи. Это самое главное на человека, это confidence. Как ты носишь одежду, неважно, это дорогие или недорогие. Самое главное, как ты чувствуешь. Ну и, конечно, главное найти себя, быть уверенными в себе. Ну и, конечно, подчеркнуть свою индивидуальность, возможно, да. Только вместе с нами. Да. Здесь и сейчас на Riga Fashion Week. Riga Fashion Week продолжается. Регина, привет, здравствуй. Здравствуй, Анатолий. Ты у нас являешься менеджером международных СМИ, поэтому знаешь абсолютно все, как на подиуме, так и за кулисами. Какая сегодня здесь царит атмосфера? Это только открытие. Да, здесь фантастически, у нас новая локация. Как, на твой взгляд, поменялась мода, например, за последние несколько лет? И к чему мы пришли? Да, на самом деле мода сейчас стала более носибельной.
И в то же время я вижу, что очень яркие акценты начали появляться, как раз-таки вот именно в балтийских странах, потому что до этого мне казалось достаточно скучно. Главный слоган этого сезона Riga Fashion Week, что мода – это искусство. Как оно именно показано здесь, на рижском подиуме? Да, Riga Fashion Week пропагандирует искусство в этом году. И точно так же сам могу сказать то, что мы еще также поддерживаем sustainable fashion. Вот, используем очень классные разные материалы и в искусстве, как это сейчас очень популярно использовать среди как раз-таки искусствоведов. Мода, музыка, последние модные тенденции – все, что нам нужно. Ну а для того, чтобы была настоящая модная вишенка на торте, для наших телезрителей твои пожелания в Эстонию и в Латвию. Приезжайте к нам в Латвию на Riga Fashion Week, и мы обязательно приедем к вам. Балтийская мода офигенская. Ну а Riga Fashion Week продолжается. Riga Fashion Week в самом разгаре. Как все-таки приятно, что прямо из Эстонии знаменитые дизайнеры приезжают и показывают свои коллекции здесь и сейчас. AB Fashion Design. Анастасия Балак, привет, здравствуй. Привет, Марк, привет. Ну что, я очень рад, поздравляю тебя с дебютом здесь на Riga Fashion Week. Давай все по порядку. Какая в первую очередь здесь атмосфера и как прошла подготовка? Атмосфера просто шикарная. Как вы видите, зелень повсюду, уже такое весеннее, летнее настроение. Конечно, я подготовила свою новую коллекцию, которая состоит не только из бикини, но и из парео, халатиков и красивых аксессуаров. Ну а для того, чтобы создать полноценный стилистический образ, помимо сногсшибательных купальников, какие аксессуары мы сегодня увидели в показе на моделях? Итак, вы могли наблюдать различные аксессуары в виде ракушек, кораллов, морская тематика. Но также мою коллекцию дополнили солнечные очки от Инструментариум. Ну, как мы с вами знаем, это настоящий композиционный центр. В представительствах Инструментариум во всей Эстонии стилисты и оптометристы не только проверят ваше зрение, но а также подберут оправу мечты, как на каждый день, так и в любое путешествие. А как все-таки здорово, чтобы ваш взгляд был загадочным, как у нас и как у моделей, выбрать оправу именно, если речь идет о новом сезоне. Начнем наше стилистическое путешествие несколько модных направлений. Одно из которых – это настоящая классика сезона – массивные солнечные очки. Абсолютно верно. В моде остаются классические солнечные очки с крупной оправой. Следующее стилистическое направление – трансформированный cat-eye, или, как называют такую оправу, бабочка. О да, cat-eye всегда остается в тренде. Красивые глаза подчеркнут красивые оправы. Но это еще не все. Для тех, кто любит экспериментировать, наверняка полупрозрачные оправы также будут популярны. Абсолютно верно. Полупрозрачные. Они могут быть как розовые, красные, различных оттенков. Так что не стесняйтесь экспериментировать. Какой еще тренд приготовил Инструментариум? Итак, Инструментариум приготовил абсолютно темные черные очки. Это очень красиво смотрится. Чем больше модных загадок, тем лучше. Самое главное – разгадать их вместе с нами. Здесь и сейчас в программе «Стиль жизни» на Riga Fashion Week. Рядом со мной президент Балтийской федерации моды, главный организатор. О, прекрасная Елена Страхова, привет, здравствуй. Всем привет.
Ну что, наш стиль сегодня точно совпался. Нас никто не видит, но мы видим абсолютно всех. Какая она, 38-я Рига Fashion Week? Заводная. Теплые дни как раз нам подфартили. Практически лето сегодня на улице, поэтому все смогли одеть свои легкие платья, босоножки, красиво причесаться, накраситься и пойти на показы. На этой неделе у нас очень много дебютантов, но это как раз и вносит свою такую перчинку, потому что никто не знает, что увидит на подиуме. И думаю, что это такая загадка для всех, интрига, которая всех греет в этот раз. Как, на твой взгляд, изменилась мода, например, за последние лет 10 или 15? К чему мы пришли на сегодняшний день? Могу сказать, что трусы, появившиеся год назад как элемент фактически шока, что можно в трусах прийти на красный подиум, на вечеринку Оскара или куда угодно в трусах, на сегодняшний день это уже обыденность. И любой может одеть пиджак, трусы и пойти в офис на работу. Будьте смелыми, будьте энергичными, заводными, дерзайте, используйте все возможности, которые попадаются на вашем пути, и вы всегда будете в авангарде. Ну и, конечно, смотрите программу «Стиль жизни», ну а также еще больше полезной информации, конечно, вы найдете в Lifestyle Baltic, Tallinn Fashion Week, Riga Fashion Week. Так что сочетайте, экспериментируйте, ну и, конечно, наслаждайтесь модными тенденциями здесь и сейчас вместе с нами! Время вместе с нами пролетает как одно мгновение. И на сегодня это все, что мы успели показать нашим любимым телезрителям. Riga Fashion Week, 38-й модный сезон. И это только начало. Подписываемся на Instagram и канал YouTube. Еще больше модных новостей вы найдете в Lifestyle Baltic. Ну а мы с вами встретимся ровно через неделю и продолжим наше увлекательное путешествие на Riga Fashion Week. Как всегда на TV3+, в программе «Стиль жизни». Пока! We'll be right back.